Овны, не увлекайтесь мечтами. Выполняйте все досрочно. Есть вероятность того, что придется менять планы в процессе работы. Но это не принципиально, все равно удастся достичь успеха. Осторожнее в общении с незнакомыми людьми. Тельцы, судьба может сыграть с вами недобрую шутку. Как застраховать себя от потери проблем? Естественно, с головой уйти в работу, чтобы ничто не засоряло мозги. Романтическая встреча ждет того, кто недавно расстался с избранником. Близнецы, не тормошите себя в плане чего-то нового и креативного. Сейчас время для завершения старых заданий. Причем, чем качественнее вы их сделаете, тем лучше. Хорошо принять участие в благотворительных мероприятиях. Раки. Звезды советуют ко всем делам подходить осознанно. Никакой спонтанности быть не должно. Тем более, что внутреннее состояние может нарушить четкий ритм работы. Эмоционально вы слегка истощились. Львы, этот день не самый удачный для вас, если вы решили немного рискнуть. Если денег много, то не обязательно ими сорить. Вложения тоже не принесут успеха. Будьте осторожны. Девы, сегодня вы можете столкнуться с кучей негатива. Отнеситесь к этому с долей юмора и иронии. Просто день не задался. Не мешает заняться гардеробом, фигурой и внешностью. Весы, вы будете находиться в постоянных разъездах. С одной стороны, это принесет прибыль, ну а с другой – подозрение и конфликт с избранником. Необходимо отрегулировать свое рабочее время, чтобы его хватало на личную жизнь. Скорпионы, свою энергию стоит направить на улучшение личных дел. Процесс решения какой-то проблемы может затянуться, если не обратитесь к юристу. Настоящие кружева будут плести друзья. Сегодня не откровенничайте с ними. Стрельцы, вам не мешают устроить себе разгрузочный день. Но это касается не питания, а отказ от некоторых заданий. Вы перерабатываете, найдите время для отдыха. Стоит приложить усилия для укрепления материальной базы. Козероги, звезды предсказывают уютный и позитивный день. Вы полны сил и энергии. Главное, не влезайте в споры и никому не одалживайте денег. Сами разработайте план действий в личной жизни. Водолей, вы телепатически вычислите тех, кто мешает вам плодотворно работать. Но на битву экстрасенсов идти еще рано. Завершите начатые проекты. Слава и признание обязательно придут, но с другой стороны. Рыбы, никто не застрахует вас от неприятностей и обид. Их сегодня будет немало. Но есть шанс убежать от проблем, если отвлечься на творческую работу. Открыто и прямо заявите о себе в коллективе.